Всем привет! Меня зовут Дина Яковлевна, и я продолжаю знакомить всех современных бабушек и дедушек с компьютером и его возможностями. Сегодня я расскажу, как узнать, какая версия Windows установлена на вашем компьютере. Самое простое – понять по внешнему виду. Если фон рабочего стола не был изменен, то обычно это видно по заставке, которая появляется при включении компьютера, а точнее по тому, в каком стиле нарисованы окна. Также это видно по оформлению кнопки «Пуск». Если же изображение рабочего стола было изменено, есть другой способ. Открыть «Пуск», справа найти пункт «Компьютер», в появившемся окне выбрать левой кнопкой мыши самый последний пункт «Свойства». Откроется окно просмотра сведений о системе, в котором указано, какая система установлена на компьютере. Принцип работы у всех операционных систем Windows примерно тот же, но в каждой следующей версии ускоряют работу программ, обновляют дизайн, добавляют новые полезные функции. И, кстати, операционная система есть не только у компьютера, но и у планшетов и смартфонов. Популярные операционные системы для них – Android и iOS. И это все на сегодня. До встречи в онлайне. С вами была Дина Яковлевна, бабушка в сети.